Меня зовут Дарья Акулова, мне 20 лет, и я из города Киев. Когда я впервые пошла с родителями в оперный театр, я влюбилась, потому что я увидела этот масштаб, постановки, костюмы, эту огромную сцену, как это все красиво, как это все звучит, и я поняла, что я хочу этим заниматься, я хочу стоять там, на сцене. Я выбрала именно академическое направление, академический вокал, потому что поняла, что это ближе, что это серьезно, что это масштабно. Это, возможно, не настолько популярно, чем эстрадный вокал, но в этом я раскрываюсь. Это моя стихия, здесь я чувствую себя очень комфортно. Это мое. О, боже мой, посмотрите, какое юное создание появилось на сцене. Молодая девочка, красивая. Хоть я еще учусь в музыкальной академии, но я уже выступала на сцене оперного театра под симфонический оркестр. А сейчас я хочу совместить классическое исполнение с эстрадным. И сегодня на суд жюри, на проекте «Ну-ка, все вместе» я попробую свои силы. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Акулова. Я не знаю, поддержите ли вы меня. Я очень переживаю, но я хочу попробовать. Пробовать надо. Держись, Дашенька, я с тобой, у тебя все получится. Такое красивое платье, такой образ. Мне платье нравится. С разрезом, да, я, ну, бы, конечно, посмотрю. Платье маленькое. Не, платье маленькое, платье нормальное. Она маленькая. Маленькая, ну, молоденькая. Да, а платье ее чуть-чуть старше делает. Это бархат какой-то, что ли, да? Дорогие друзья, Дарья Акулова, 20 лет! 75 голосов! Блестяще! Вы знаете, Даша, конечно же, «Адажио» исполняли огромное количество великих, выдающихся певцов. Ваша версия была от Сары Брайтман, как я понимаю. Сереж, как тебе сольное выступление госпожи Акуловой? Дарья, вы прекрасны, вы вышли, нас уже поразили своим внешним видом, все очень красиво, элегантно. Мне кажется, конечно, вы немножко переволновались. Было волнение, слышно это было в голосе. Мне кажется, что вы можете гораздо больше, но даже то, что вы показали, это высокий класс, высокий уровень и, безусловно, украшение сегодняшнего нашего эфира. Спасибо вам огромное. Очень здорово, классно и звонко. Спасибо. Спасибо, Сережа. Сейчас дайте пройти мне. Так, девочки мои, мимо. Хочу обратиться к представителю классического вокала. Олег, почему тебя не зацепило выступление Дарьи, и ты не поднялся? Ну, вы знаете, всегда сложно оценивать вот такой жанр, потому что оценивать его как оперное пение, вот прям по всем канонам оперного пения, многого не хватает. Не очень хороший итальянский. То есть произношение неправильное, и видно, что вы итальянским не владеете. Во-вторых, серединка у вас красивая. У вас середина звучит лучше, чем у Сары Брайтман, признаю.
но с другой стороны, сверху немножко вы заглубляете, и уже такая краска, яркость, волосы теряется. Вы очень красивая, у вас очень хороший голос, у вас хорошие данные, но нужно все-таки немножко поработать стилистически, поработать над итальянским текстом, сделать красивый верх, и тогда это действительно может выстрелить так, чтобы всех зацепило. Мне немножко не хватило. Ну да, у нее только 20 лет, она поработает над всеми языками мира. Сухарь.